Я спокоен. Все нормально. Все хорошо. Это просто игра. Так, вы здесь? Блин, дождь сейчас. Здесь или здесь? Или здесь? Мне хоть увидеть-то. Так, белый дом открытый. Значит, скорее всего, ты здесь. Ага. Окей. Мы великим. В принципе, тоже вариант. Так, это сюда. И сюда. Ну вот смотри, попал же, смотри, все, и в броню, и в это, и в голову. Ну вот, а как, почему сейчас-то все зарегало? Почему я сейчас не попал ему все в руки? Сейчас смотри, и в броню, и в голову попал. Вот, вот удивительно, вот, вот реально удивительно. Все попал, и в броню, и в голову. Как же так происходит? Стрелял как обычно. Ничего нового не делал. Как же так происходит? Все попал. В руки, походу, вообще ни одной пули не попало. Вот как так? Непонятно. Нифига мне 105 патронов. Ну, да, я возьму еще. По-любому куда-нибудь распродолится. Все попало куда надо. Чудо. Чудо чудное. Так, у меня опять, походу, не там. А, ну все там. Чудо чудное. Это яшка. Подожди, а чё показывает, что опять на ту сторону надо? О, только что зона такая была. Да, тут у зоны разнообразия. У зоны разнообразия, конечно. Дикая. Твою мину. Сел поудобнее. Молодец.
Вот это прикольно они сделали, что можно мотаться на... не пересаживаясь. Ну, как бы это единственное, что прикольно они сделали за последние 500 лет китайской цивилизации. Тут пропылесосил, что ли? Чё-то ничего нет. Интересно. Интересно. О, джип есть. Найс. А зона опять такая же ущербная. Опять сейчас надо будет ехать туда, что ли? Опять особо не покатаешься. Потому что это... Тут опять карман. Со всех сторон сейчас будет вылазить. Ладно, кружочек сделать надо. Блин, ну тут опять, видишь, как какой этот кармашек, и получается, что могут выйти с двух сторон. Но это ни хрена не прикольно. Здесь и без этого хватает. Господи, этот цветок! Я чуть не это. Ну, чуть не вообще, чуть прям. А, в прошлый раз же мы же сюда подъехали. Ой, тут чувак подъехал сюда. Вообще я тупо опять ее делаю. А вот тихо, чувак. Где этот меня не должен видеть? У нее X есть какой-нибудь. Вы заколебали. Где все лазите? Чего у вас ни у кого ничего нет? Ладно, пусть он сидит. Так, опять на ту сторону надо. Закройся, закройся. Опять надо на ту сторону. Ну, го пробовать. Го пробовать.
Так, я хочу немножечко тут чекнуть. Кто меня может рисануть, если я буду чекать дорогу. Кто меня может... Так, ко мне же едет дядя. Так, на дороге-то, кстати, две. Так-то. Блин, у меня вот оттуда, да, могут, по идее, с крыши. А, и то не особо, только ноги, если будет видеть. Отсюда тоже, по идее, не особо меня видно. Ну, такое себе. Надо пробовать. Надо пробовать. В принципе, да, с той крыши могут, но это... Ну, Яшка там тоже раздают, смотри. А? Какой чё? О, а вон Яшка. Блин, ну туда с X2. Я думаю... Да, туда, я думаю, вряд ли. Ну что, через мост никто не ездит, что ли? А, слушай, он стоит там. Слушай, ты что такой бодрый? Ну, я говорил, с X2. О, ничего себе, братан. Слышь. Дружок. А вот вас-то нам тут и нахер не надо было. А вот вас-то нам тут нахер не надо было. А в кого ты так пулял? А, вижу, вижу. А, все, он куда-то прыгнул. Вниз. Я понял, как там вниз прыгнул, чувак. Так. Интересное куно. У нас тут получаются люди. А, тут же тоже зона закрывается, смотри. Я только сейчас увидел. Тут же углом. Так-так-так. Мост это не самое главное. Як? Чё это? Это... Шальная пуля? Что было? Господи, эти звуки. Там он чувак где-то. Это не человек, что ли? А, нет, это камень какой-то. А, вот теперь человек. Чё? Господи, километровые текстуры опять. Идите в жопу. Ладно, поехали отсюда. Уж мне эти километровые текстуры. Где-то тут коллаж был. Блин, это не здесь было. Где это было? Не здесь? Не? Ладно. А
Опять, правда, я не полутал ничего. Потому что заработал, все, все отдал. Братан, ты даже в тачку попасть не можешь. Ну, не знаю. А в эту хрень можно? О, можно, но не нужно. Можно, но не нужно. Вот как важен звук. Я сейчас услышал, что он тупо упал. Это очень важный звук. Так, там какой-то дядя со снайпой. А, нет, вон он. Так, а у меня что? У меня же X2, да? Он мне в руки тоже попался, смотри. А, и предыдущий мне все в руки попал. Ну вот видишь, это как бы фигня. Она работает во все стороны, на самом деле. И вон чувак, я не знаю, стрелять по нему, нет? Этот дебил сейчас будет у меня нервы трепать. О, летчик на летчик. Причем, смотри, он мне все в руки попал. Ха-ха-ха. Сел он в кустик. И нахер. А эта помойка тоже сюда идет. Ты посмотри на нее. Куда ты собрался, велосипедист? Идет, по-моему. Ты посмотри, как его урода. Отовсюду. А он сидит. Вот как так, смотри, они по улицам бегают, их никто не чекает. Я тут сижу О, у меня прям здесь эта хрен. Я сижу в доме, меня тут все прям песочат, все, кому не лень. Так, это мы возьмем. О, да, вот это я возьму. Ну, это ладно, я выкину. Это я возьму. Это я возьму. Все. Свободны все. А, его в спину, походу, да, приняли? А, нет, это не он. Блин, а как мне чекать-то туда? Пизда. Блин, ха-ха. Туда окна нету чекать. Как чекать? У нее еще и каска, походу, вторая. По-моему.
Блин, я даже не знаю, как. Еще по мне кто-то. В смысле? А ничего, что я внутри, а чувак наружу. Почему все в меня-то? Че все в меня-то? А, они вдвоем там, ты понял? Ты видишь по карте? Они вдвоем там стоят, смотри. Они там вдвоем сидят. И он в меня не стреляет. Они вдвоем. Смотри, они вдвоем вместе. Видишь? Две точки прям рядом. Они прям друг на друге. Вот педики, а. Да что ж ты будешь делать-то? Да что ж вы за педики такие? Да что же вы за педики-то? Они тупо вдвоем, короче. Они даже идут вдвоем. Туроды, а. Они даже идут вдвоем. В смысле? А, один отвлекает пидорас, а другой залез, я понял. Ну ты-то боссыш не залезешь. Укротитель говна. Сука, я не знал, что русские такой хуйней занимаются. Так, этот подо мной один вообще залез. Ха-ха, сам себя взорвал, дуралей. Яшка, ну как же так, Яш? Яш, ну как так, Яш? Ну как ты сам себя-то как-то? Яш. Ну как так, Яш? Охуенные текстуры, да? Скажи. А, это все текстура! Это все текстура. Ты прикинь? Это все текстура. Вот это все, это текстура вот под этой фигней. Обалдеть. What the fuck? Винтов нету. И одна эта хрень осталась. Тут чувак какой-то сам себя взорвал. Где он? Вот он. Ха-ха-ха! Господи, как это, блин, раздражает, хрень. И победил вот этот мудак, который был в паре с этим типом, который вместе шел.